Да как спихи, нормально. Тут уже все, у всех апатия, уже все полностью деморализованы. В ротах осталось там по 10-15 человек в лучшем случае. Офицеры уже в панике, хотят уже, ну, все закончилось. Ну что, 1,5 месяца ежедневно. По-моему, единственное, что которые постоянно наступали или активно оборонялись. Вот сейчас 3 дня назад мои запаниковали, блин, все ни в какую. Пошли на наступление, половину прошли, мне как начали херачить, мне просто со всех сторон. Все, у них паника. И пока сидим в обороне. Из молодых, которых новых пришли, отправили на доукомплектование, на порядка 60 человек. Вот из них дохуя трусов, бля, паникеров, блядь, вот с ними проблемы. А так все просто надоело уже всем. Охота домой, детей, жену, блядь, а потом по блядям. Чтобы много-много, куча блядей было и все. Больше ничего не хочется.